Да, бей. Привет. Да, да, тебя правильно. Пашка там сорочка тоже, он едет, они этой дороге. А потом какой-то так и держит, знаете. Сременева держит, у них бежит, это Сременев 17 километров, а он едет поворот направо на Сталин. Женя! Васенин! На Баймаке вы... Да, вы на Баймаке уходите направо и сюда, пошла. Жень! Левее. Сейчас, подождите. Ну там на стройку. Хоть мясо убрали, да. Все, потом звоните, я вам дальше подскажу там какие деревья. Женя! Не помню, Андрей. Сейчас я подожду. Не помню. Ну перезвонись, что, подожди. У нас гость из Оренбурга едет, поэтому вот сейчас объясняю, подождите минутку. Давай, давай, играй. Женя, я что-нибудь прохладно не то. Кто умеет крутить что-нибудь не то? Вот идет профессионал. Сейчас как крутанет. Здравствуйте. Голос. Еще голос. Лето, хотя оно уже ушло. Его, может быть, еще и нет, уже и не было, да, можно сказать. Проводить лето и встретить осень. Осень катится, ноги катятся. Листья маются под дождем. Сергей Смирнов, и в прошлом году умер еще один наш друг, Алексей Макарчук.
И я хочу спеть его песню. Называется она «Колыбельная». Засыпая, улыбку не прячь. Сбилась, извините. Давай что-нибудь другое. Потом поем завтра. Алена Дракона. Да, давайте Аленушку. Для женщин. Аленушка, Аленушка, Алена сероглазая. Ты сказку мне, Аленушка, рассказывай, рассказывай. Одним движением ресниц расскажет мне Алёна, о стае перелётных птиц под небом поведённым, над озером рябины качаются, качаются, а песни для любимых поются, не кричатся. Качаются, качаются, а песня.